Владимир Баланец стал чемпионом по пауэрлифтингу, установив новый рекорд страны – 175,5 килограммов. В Сочи прошел Кубок мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и чемпионат России по спорту слепых. Почти все спортсмены из Якутии завоевали медали разных достоинств. Владимир Баланец получил очередное золото, Иван Халдеев и Игорь Сазонов выиграли серебряные награды. Многократная чемпионка первенства России и серебряный призер первенства Европы Екатерина Бабабнова впервые выступила среди взрослых и показала второй результат – а чемпионка России Людмила Пахомова в весовой категории до 60 килограммов завоевала золото. Эти соревнования были завершающие на этот сезон. Это чемпионат среди лиц с нарушением зрения и Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам этих соревнований определялись кандидаты в основную сборную страны и резервный состав. То, что наши атлеты выступили очень удачно, сохранили свои места в основном составе. Это Владимир Баланец, Иван Халдеев в весовой категории 75 и Игорь Сазонов в весовой категории до 60 килограммов.